Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мир грешников. 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 Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мир грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мир грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мир Kapitän. Schuhe! Wo ist der Kapitän? Nicht verstehen! Ich verstehe! Здесь! Тихон! Тихон! Вылазь! Вылазь! Вылазь!
Wie lange? 20 Minuten. Die sind wertlos. Erschießen. Anlegen. Junge, weite mich aus. Junge, weite mich aus. Junge, weite. Junge, weite mich aus. Junge, weite. Töte ihn. Sei ein Mann. Töte ihn, Mann! Sei ein Mann. Und du wirst leben. Ja, Junge! Ja, Junge! Я не хочу, я не буду, я не буду. Тихон, ты где?
Батюшка, где отец Анатолий? Дома. Ну, спит он. Спит, батюшка, отец Анатолий. А мы ждем его давно, очень ждем. А что же он я спит? Я понимаю. Сколько можно ждать? Мы устали. Ну, что ж делать? Я ж не могу его будить. Обождите, сейчас выйдет. Подождите, подождите. Анатолием поговорить. Нашла, с кем разговаривать. Радио лучше слушай, и то толку больше будет. Че, горе что ли такое? Горе. Такое горе, уж такое горе. Ну ладно, не реви. Пойду спрошу. Может, соблаговолит. Хотя сегодня что-то не в духе он. Спросите, а я долго не останусь. Бери, дура, чтоб я этого больше не видел. Извините. Ну что, за благословением на убийство приехала? Вот тебе не благословение! Пожалуйста, батюшка миленький, спросите благословение на аборт у старца. В ад собралась? И меня с собой же тащить хочешь? Тебя и так никто не возьмет. Вон, на роду написано. Здесь ребеночек будет. Утешение. Всю жизнь себя проклинать будешь. Что дитя-то невинное убило. А вы-то откуда знаете? Вы же не старец. А может, я сам-то. Человека убил. Ну ладно, вставай с колен. На коленях Богу молиться надо, чего передо мной-то стоять. Мальчик-то будет золотой. Отсюда с моего острова! Он не может! Я тебя!
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцели немощи наши. Помяни, Господи, душу усопшего, раба Твоего невинно убиенного воина Тихона. Прости ему вся согрешения, вольные и невольные. И даруй ему царствие и причастие вечных Твоих благих и Твои бесконечные и блаженные жизни и наслаждения. Миром Господу помолимся. Послушаем мире и спасение душ наших. Господу. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Господи, не оставь меня, Боже, не оставь меня, помоги мне, Господи. Изведи из темницы душу мою, Господи. Боже, не оставь меня грешным. Господи, помилуй, Господи. Помилуй меня, Боже, повелицы милости Твоей. И по множеству щедров Твоих очисти беззаконие. Да и почему мы имя от беззакония моих. Греха моего очисти себя, так и беззакония моя знаю, грех мой, потому что мы тебе единому согрешим, глухавый, потому что мы с тобой согрешим, я когда пройдешься, возьму всех, кто... И паче снега убелюсь, слуху моему дася радости и веселье, возрадуется кости смиренной, отврати лица твое от грех мой. Вся беззаконие мое очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав, обнови в утробе мои. И не отвержи меня от лица Твоего, Духа Твоего Святаго, не отыми от меня.
молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Ох ты. Отец Анатолий. Кто-то ручку сажу вымазал. Ой, да кто же это? Это завистники, наверное. Ну, вытереть надо. Сейчас и минуту. Ага. И дай мне тоже руку чем-то вытереть. А нет ничего. Как нет? Я тебе ветошь на хозяйство нужно отпускаю. Ну, нету, правда. Хочешь, зайди сам, посмотри. Ну, правда, у меня там сажа, ой, грязь, угол. Ладно, ладно, тебе сколько не давай, все тебе мало. Да. Явился я тебе по поручению отца нашего, настоятеля Филарета. Ты благослови своего отца Филарета и живите с ним в мире. С преподобным преподобен будешь. Чего ты мне сейчас такое сказал, я не понял. Отец Филарет проявляет милость к тебе и призывает жить в его покоях, дабы поправить твое пошатнувшееся здоровье. А топить кто будет здесь? Ну, на это место уже поставлен послушник Никодим. Как же? Он же огня боится. Все мы боимся гиены огненной. Слушай, батюшка, отец его, благослови, я здесь останусь. Я здесь привык, все знаю. Да, а то вон зима, снег. Топить же надо. Да слушай, что я тебе говорю-то? Да. Отец Филарет милость к тебе проявляет. Слушай, ты ведь грамоте учился? Кто бы не учился, начальником не поставили бы. И священные книги читал? Читал, даже много наизусть помню. А вот я забыл, за что Каин брата своего Авеля убил. Ты все шутки шутишь? Да вон ручку лучше вытри. Спаси, Господи. Грязи тут бы развел. Шутник. Благость-то какая. Вот вещем ты меня пугаешь. И где ты только так ходить бесшумно научился? А если хотите, подковки на бот себе сделаю, чтобы меня завсегда издали слышно было. Я тебе сделаю. Это монастырь, а не конюшня. А если все себе подковы наделают, это какое что потом начнется? Как на ипподроме. А я потом... Ставки на вас делай, да? Что опять стряслось? Осмелюсь доложить. Отец Анатолий. Опять отец Анатолий? Что он еще натворил? Вот здесь все написано. Ну что ты мне свои каракули суешь? Чем они в горкоме? Если есть что сказать, говори. И чтобы я этого больше не видел. Вот что, от чистого сердца невозможно больше терпеть. Первое. Лица и рук своих Анатолий никогда не моет. Второе. На службу всегда опаздывает.
Третье. Постоянно к нему народ с материка приезжает. Ну не монастырь, это проходной двор какой-то получается. А вчера явился в храм, на одной ноге валенок, на другой носок. И запел гнусным голосом. Отче, братья ропщут. А в высокоторжественные дни, хотя и участвует в богослужении, но не выходит на молебны, а разоблачает, уходит из церкви, за что был неоднократно лишаем трапезы. Ой, ну ладно, хватит, у меня уже голова от тебя кругом. А у меня еще? Где он сейчас? Где он будет? Вон, в котельне, с мирянами, чай пьет, сахар. Позвать? Да не надо, я сам к нему схожу. Да, а ты передал ему просьбу, чтобы он оставил послушание в котельне и перебрался жить ко мне в келью? Передал. И чего? Он меня спросил, знаю ли я, за что Каин Авеля убил. И за что? Ну, вы меня совсем хотите обидеть. Ладно, ладно, прости меня, нет, грешного. Ступай, я с ним сам разберусь. Я искренне, только от чистого сердца. Иди, мой хороший, иди. Прости меня. Матерь Божья, Пресвятая Богородица, прости меня грешного, спаси и сохрани. Дай мне и братьям моим здоровье и силы. Пусть день будет радостным и безгрешным. Прости меня, Пресвятая Богородица. И помножь все дур твоих, очисти беззаконие. Наипаче ум имя от беззакония мое. Сердце чисто созирьте во мне, Боже, и Дух прав. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде ушедшим в вере и надежде воскресения отцам, братьям и сестрам нашим, и сотвори им вечную память. Достойно есть, а кого истину блажить, тебя, Богородица, преисноблаженная, пренепорочная Матерь Бога нашего. Батюшка! Батюшка, вот все домашнее. Помолитесь за мужа моего покойного, безвинно убиенного во время Великой Отечественной войны. Садись, батюшка, чаю попьем. Садись. Ну, рассказывай. Часто он мне во сне являться стал. И что говорит? Ничего не говорит. Стонет и стонет. Видно, плохо ему там. Сильно любила его? Так я и сейчас его люблю. Мы прожили-то всего с ним полгодочка. А потом его забрали. И вот уж я, как есть, 30 лет вдова. Ну ладно. Ради такой любви не грех и попросить. Пойду к отцу Анатолию. Попробую.
Человек он хоть и не святой, а начитанный. Может, какой-нибудь совет дельный даст. Поди-ка сюда. Я с ним пока разговаривать-то буду. Дверь открою, а ты вот здесь встань и все услышишь. Только тихо стой. Давай. Как звать ты его? Михаил. Как? Михаил! Батюшка, отец Анатолий. Вдова тут пришла, просит помолиться за упокой убиенного воина Михаила. Нечего поживым-то за упокойную службу заказывать. Как же? Она, говорит он, в 44-м голову свою сложил на поле брани. Ничего он не сложил. В плен он попал. Во Франции. После победы на поселение остался. Сейчас вот болеет, хочет повидать жену свою первую, любимую, перед смертью. Ну, нечего, нечего тут, иди. Ну, все слышала. По живым, говорит, за упокойную не служу. Жив твой муж. Сейчас болеет. Во Францию тебе надо ехать. Болящего перед смертью утешить и своей рукой глаза ему закрыть. Ну что смотришь? Исполняй.